Триггеры heavy, облегченная кнопка, пластиковая сверху. Еще бывает версия с кнопкой металлической. Они более тяжелые, немножко сложнее в установке. Так, и у них скорость возврата в исходное положение выше, поэтому не так интенсивно можно стрельбу вести. Угу. Как-то так. Отклик моментальный тоже. Здесь нет задержки, несмотря на то, что это механические триггеры. Вот, смотрите. Хода почти нет, но рекомендую использовать с силиконовым чехлом, потому что могут скользить из-за пластиковой конструкции. Компенсируется это все ценой этих триггеров, они совсем недорого стоят. Вот такой у них фиксатор. Обязательно берите силикон себе, потому что будет вот такое происходить. Видите? Ну а так, минусов по ним нет. Срабатывание очень классное. Играть с ними удобно. Сейчас еще патронов возьму. Налазят на все современные смартфоны толщиной до 10 мм. Желательно больше не нужно даже пробовать, потому что треснет крепление. Ну, это как и на всех триггерах. То есть это не болезнь именно этих. Покажи, как быстро срабатывает прицел. Вот, я только дотрагиваюсь, уже срабатывает. То же самое с выстрелом.